Подкованный знаниями в области ЖКХ управдом – большое подспорье управляющей компании. Организовать собрание жителей, правильно составить протокол, подготовить обращение в надзорные органы или претензию на некачественно выполненный капитальный ремонт – всем этим навыкам следует овладеть собственником, проживающим в многоквартирном доме, чтобы жить в нем комфортно. По инициативе управляющей компании «Округ-17» и подмосковной госжилинспекции состоялся обучающий семинар председателей советов многоквартирных домов. Мы общаемся с председателями, они многое знают от нас. Но здесь приехали люди, которые представляют непосредственно, скажем так, управляющие органы. Жилищный кодекс дает председателям широкие полномочия создавать ТСЖ или нанимать для обслуживания дома управляющую компанию, использовать для общего блага земельный участок под домом, оформив на него права. Для этого достаточно заручиться поддержкой соседей. Об этом говорили консультанты от госжилинспекции. Кредитной организации, ликвидация, это уже принятие решения о совете дома 51%. А, еще его победа. Здесь у нас на грани 50 плюс 1. Какой-то у меня был вопрос такой, 53 подходит под статью, да, подходит. Мы за 50 плюс 1. Галина Карелова на посту председателя дома третий год. Говорит, если бы знала жилищное законодательство изначально, многие вопросы решились бы с меньшими усилиями. Наш дом захватила компания СВТ. И когда мы начали борьбу против этой компании, у нас в доме сплотилась такая группа людей, которые восстали против этой компании СВТ. И в конечном итоге мы добились того, что остались в той управляющей компании, в которую мы сами пришли. Поэтому вот такие форумы, я считаю, очень нужны для того, чтобы узнавать все новости, которые происходят вот в жилищном хозяйстве. Александр Буряков – один из локомотивов движения управдома в поселке Монино. Помогает соседям организовывать совет дома, чтобы управлять жильем стало легче. Я живу в Монино. У нас 5 домов образует двор. Но нам очень пришлось потрудиться, чтобы соблюсти все порядки, установленные для избрания председателя совета и совета дома. Поэтому вся информация, которая здесь проходит, законы, даются нормативные документы, я считаю, очень полезна. И мы потом собираемся своим комитетом, я довожу эту информацию и сейчас формируем из актива уже кандидатов на председателей советов других домов. Одна из последних законодательных новелл говорит об ужесточении наказания за подделку протоколов общего собрания, которая теперь преследуется вплоть до уголовной ответственности. Быть председателем сегодня по-прежнему почетно, но и ответственно. Евгений Докукин, Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.